Начинаем готовить кабана. Для Сако в роли шеф-повара, как всегда. Да, давай еще одну, да. Открывай. Сейчас подготовим. Вот в таком целом виде его и будем томить в нашей суперпечи. Друзья, ребят, вот смотрите, что нашли. Картечь. Но он его не почувствовал, да, прямо на поверхности? Больно, да, будет было? Пощекотало. Да, это картечь. Все, ребят, готово. Начинаем основной процесс. Запах приправы. Ох. Перчатками. Видишь же, перчатки надо. Правильно же? Сок на данного. У меня и так уже заказали эту тушу целую. Я думаю, это... Сако хочет, одну же две. А, куда? Лаваш, пола, две штуки. Жулик, посмотрите, да, что надо купить. Нардан, да, пару штук. Сыр возьми. Сыр есть? Зелень, петрушка, лук. Нардан, груша. Давайте. Да? Последние штрихи. Или что, или... Ну да. Второе. Я потом в Ютубе посмотрю. Остался вот этот кусочек, ребята. Ну, вы видели, как здесь Сако замариновал вот это. Ловлено, понял, да, кто здесь? Последние штрихи заворачиваем еще в фольгу. Все, готово. +190 градусов печи сделали. Вот здесь будем сейчас запекать все это. Оно все потечет, все. Вот так тапочки делаются, ребят. Еще чуть-чуть. Отлично. Ребята, поставили 190 градусов.
Вот здесь нагревается 190, и вот здесь 190. Почти готово, ребят, еще полчаса и все. Температура 195 градусов. Все, устал, да? Кабан еще томится, вот делать нечего. Почти готово, сейчас принесем кабана. Ребята все заждались вон. Готово. Коля, держи. Готово. Я отдельно сейчас арманы. Вот так отрез, давай. Открой, открой. А что? Сухой рук садил. Армянский будет. Че? Раз это какой? Че то, что? Все готово. Это надо так попробовать, дык-дык-дык и целый вот так поставить. Че, если похоже на то, карантин не вахтали, че? Да. А, нормально же.